Все, ребят, здорово. В общем, последняя погрузка в этом контракте. Стоим на рейде в Амафьорден. Погода, конечно, оставляет желать лучшего. Вот, грузимся с такого большого балтера. Достаточно медленно он все это делает. У него ковш, правда, очень большой. Сколько тонн? Ну, навскидку, я думаю, он тонн 30-то точно берет. Пошел ковш. Вода попадает, дождь еще идет. Может быть, изображение немножко не совсем хорошим. Вот. Ну, мне остается только что смотреть за концами, за креном, чтобы, да, избежать, особенно, ну, навала судна именно на корпус, потому что у нас, допустим, кормовая часть настройки очень близко именно к корпусу, да, этого балкера. Вот поэтому надо крен, чтобы желательно вообще не было. Вот. Что я еще хотел поговорить? По поводу безопасности, да, для тех, кто, допустим, на судно первый раз приходит, и может не всем объяснят, а если объяснят, то не совсем хорошо, и вы можете как бы не догнать немножко. Поэтому и случаются фатальные всякие случаи нехорошие. Самое главное на судне — это именно хождение вот по комминсам, да, видим мы их. После погрузки, соответственно, матросы, после выгрузки матросы, соответственно, защищают. Как правило, это, да, нужно делать с белтом, со страховочным, да, вот. Но, тем не менее, это никто не делает, вот, чаще всего, потому что надо очень быстро все делать, и как бы нарушения все равно встречаются, ну, такое происходит. Ну, ничего не поделаешь. Но все зависит, конечно, от вас. Ваша судьба в ваших руках. То есть, забираемся, когда, да, допустим, на коммент. Здесь у нас, допустим, экскаватор стоит, да. У него, к сожалению, обзор я сделать не успел. Вот. Но, тем не менее, на него, чтобы забраться, надо вот подниматься там по трапу. И здесь идет вот коммент открытый. И в трюм, ну, где-то примерно высота с пятиэтажный дом. То есть вас отделяет буквально там полметра, если вы оступились, особенно в дождь. Вот. Поэтому нужно как бы держаться, равновесие, да, чтобы было, учитывать ветер. Бывает очень сильный ветер, вы идете по комминсу, вас сносит. Вот. Тут как бы нужна не такая небольшая сноровочка. Очень много случаев было, что люди реально как бы, ну, погибали, пацаны молодые, приходили, первая практика, и падали в трюм. К сожалению, вот случается это ежегодно, если не чаще, да. Поэтому только вы можете себя обезопасить, да. Вы, конечно, подписываете бумаги, то, что вы прошли там, да, все инструкции по сейфти, вот, совсем ознакомленные, соответственно, вы уже сами несете ответственность за свою жизнь. Исключением, конечно, есть, когда вас заставят именно прямо идти туда, куда, ну, не следовало бы идти. Соответственно, если будут свидетели, и вы пострадаете, вот, того человека накажут. Да? Но это, как правило, старпом. Вот. Ну и капитан, соответственно, тоже пойдет под это дело все, да. Ну, короче, как-то так. Разговор о безопасности, я думаю, сильно продлять смысла нету. Так, решил вам показать еще, да, погрузочку. Дождь не прекращается, уже часов 5, наверное. Погода в Северном море на выходе штормовая, поэтому, ну, последний переход у нас будет такой кочевый, скажем. Все, всем спасибо за внимание. Всем хорошей работы. Главное, берегите себя и смотрите под ноги. Все, всем пока.